Добрый вечер, говорит и показывает Дальний Восток. Ну вот, последствия полутора кораблекрушений, если считать мое, значит, купание с утра, через 30 минут после старта, через 40, и потом, значит, переноску вторую, это уже в 2 часа, с 2 до 3, и после нее еще час ходу почти. Конечно, было тяжко, но преодолели и жару, и воду. Даже почти все я высушил, кроме уж совсем промокшего сахара, который вот просто сейчас патока получается. Килограмм сахара, елки-палки, состояние, не состояние, хоть его самогонку, брашку ставь. Вот ягод нет. И плюс гады, от которых не спрятаться, не деться, несмотря на то, что вот попытка, значит, порыбачить все-таки. А здесь спасались от жары. Ну, я спасался. У меня палатка, рекомендую опять-таки. Две дверцы, это круто. То есть хотя бы какой-то сквознячок. Когда ты, искупавшись, залезаешь, можно терпеть. И не лезет, конечно, мошка. То есть, ну, продувается хорошо. Обе дверцы открыл. Причем поставил так, чтобы солнце не попадало на сеточку. И ну, мне еще сушить пришлось палатку. Просохло буквально за 25 минут. На камнях и солнце. Была мокрая вся. Ну, пол стенки вообще махом. Только ее поставил. То есть полежало минут 15 и минут 10 поставил. Вот, все. Никакого пара. Дверки широкие. Так, я ищу перчатки. Вот они. Рыболовные. Ох, как сейчас неудобно снимать, надевать перчатки. Ну, надеюсь, хотя бы потому, что не кусали эти твари. По одной перчатке буду надевать. Что-нибудь говорить, да. Ну, рыба уже поймана первая. Небольшие таймишаты отпущены. Там он. Компаньон развлекается, луна. Ай, половинка луны. Ну, конечно, для такого адового мазохизма надо иметь волю. Она у нас имеется. Река шестиметровым паводком почудила тут на славу. Ну, уже бухту я показывал, вот, сделала бухту, но там метров 12-15 ствол затопленный, благодаря которому она и получилась. И он мешает. У него веток вроде как нет, но все равно. И рыбачить мешает из-за него. Купаться мешает. И лодки аккуратно заходить надо, чтобы так его видно с берега, а вот с воды ни хрена не видно. Все, они меня грызут пачкой просто. Я хочу пройти дальше. Причем, ладно, вгрызли, они в глаза лезут. В общем, сволочизм полнейший. Я, несмотря на репеллент, которым обмазался. Так, весло сюда приспособим. И остальные вещи, которые как бы должны действовать. Насосик. Лодка пока выливается, сушится там все, в общем. Последнее забыл просто про еще один контейнер. Ну, конечно, он был в носу, в самом затопляемом отсеке. И ничего не смог противопоставить. Наверное, литром 80 воды, которую лодка так не спеша набрала за минуту, пока ее вытаскивал с течения. Ну, это вообще жалко, что не снялось. Специально не придумаешь. Сейчас иду вот исследовать. Тут я купался, там у меня мыло, алкоголь. Ну, я шучу, алкоголь. Там сок был яблочный. НЗ. Ну, пришлось выпить, потому что испытания, которые выпали, требовали радикального чего-то. Ну, и в качестве радикального вот охлажденный сок с сухофруктами. Как бы любил. Чай не хочется по жаре. А холодный сок, да когда ты лежишь в холодной воде, протекающая, она тебя массирует на подушечке. Вот здесь вот был залом по всему берегу, труднопроходимый, тут кустарник. Была протока в прошлый раз,
Сейчас опять в который раз русло поменялось, то есть вот гравий. Я вон туда покидаю сейчас. И я так смотрю, тут вообще остров, короче. Все, там уже ничего не течет. Зато вон там он интересный. Ну там было как бы, ну там, смотрю, песка на гребу. Если на лодке выше зайти, ну течение, конечно, такое, что пронесет и не успеешь даже. Затишок ни в какой, выше надо идти. Так, коньяк. Каяк можно пронести? Ну вот сюда я покидаю сейчас. Так, по любопытству. Да, ничего не осталось. То есть вот представьте. Вот она как-то шла, так туда, вдоль. Ну, она была небольшая, ну, это как бы вот сейчас смыло деревья мелкие, которые тут с 2015 года я присутствую. То есть они как бы нарастали так. Извините, что шатается, да? Вот гора, если видно. Она у нас утром сегодня была... Нет, не видно. Камера не берет. Она у нас была... Впереди справа, теперь она у нас сзади слева. Где-то 18 километров уже от нее. Ну, остался, ага, пятачок остался. Ну, в принципе, вот кустики остались, засыпало. Ну, можно кинуть сюда. Ну, так, ленок должен быть. Ладно, пока не спешу. Можно ночью сюда сходить. Я вот не помню. Кажется, что у меня пропал рефлектор. То есть я его там не собрал. Сейчас проверю еще одну. Один мешок. В него я, может, их упаковал, тарелки. И все, короче. Специально для ночной рыбалки. Сейчас я думаю, если он целый в палатке, там 4 винта прикрутить. Аккумулятор. Ой. И сейчас хоть ходить можно, а то ходишь и уже потный, покрываешься махом потом. То есть вот в этом всем. А без него нельзя, без него съедят просто. Моментом. Ну ладно, все, я пришел. Сейчас еще вот какие деревья. Спичечки, как я их называю. Вот классическая спичечка. Ну, это не самая большая. Так, стандартная спичечка. Там очень глубоко. 2 метра, наверное, 2,5 даже сейчас. Потому что ток воды хороший. Ну, если не шуметь, не стукать. Следы какие-то есть. Кто-то тут лазил, кидал. Вот они, следы. Нас тут не было. Ну, может, это и мишка, кстати. На обноске каблук обнаружили. Вот сейчас туда кину, может, там что стоит. Фу. Ножик с собой. Ну вот с нее бы я не рекомендовал, потому что сыграть 2×2. На стремнину можно кинуть. Простейший воблерок, конечно, если что-то крупное попадется, то хана. Ну и проверю катушечку. Вот катушечка. Ну, уже сегодня я кидал. Вернее, сегодня, вчера зарекомендовал неплохо. Ну так, тестово. Покидал разные. Но ничего не поймал. Может, потому что забыл. Ну там на выходе интересная тоже яма. Ну не знаю, замыло ее, не замыло. Как бы на входе у ловцо. Ну так, стандартно. Здесь, конечно, не проход. Тут как-то его вроде смещало. Сейчас опять новых палочек накидало. Вот это, может, осталось, кстати, старое. В принципе, можно даже на нее сделать поручни. Там, конечно, в сапогах и так пройдешь, но чтобы стоять на ней, нужно держаться за что-то, иначе просто рыба туда стащит крупные. Либо сразу прыгать и вываживать. Ну, тут плохо, что если крупное, ему нельзя давать слабину, а он, зараза, сразу будет туда в корягу тащить. Запутает просто леску. Ленок может быть, но ленок не страшно. А вот таймень, если хороший. А таймень тут может на 2 царик спокойно стоять. Ну ладно, все, ребят.